19 декабря во всех храмах Туровско-Мозырской епархии пройдет благотворительная акция «Добрые дела» святителя Николая. Акция традиционная. Проводится сбор вещей, игрушек, средств личной гигиены, подарков для наиболее нуждающейся категории. Например, в прошлом году прихожане епархии собрали подарки для деток из Центра коррекционно-развивающего обучения Мозырского детского дома для центров территориального обслуживания. Если у вас есть желание сделать доброе дело и внести свою лепту помощи, можно принести в ближайший храм вещи, игрушки, то, что действительно нужно инвалидам, старикам, деткам. Епископ Туровский Мозырский Леонид от лица духовенства и родителей передает слова благодарности и Божье благословение прихожанам за помощь. Ведь, как известно, добрые дела укрепляют веру.